США поддерживают украинский вариант размещения миссии ООН на Донбассе. По словам пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Нойерт, Вашингтон за миротворцев по всей оккупированной территории, включая также украинско-российскую границу. А не только на линии разграничения и в местах дислокации миссии ОБСЕ, как предлагает Россия. По словам Нойерт, позицию Украины разделяют также европейские страны, в частности Германия. Любые миротворческие силы должны иметь широкий мандат – обеспечивать мир и безопасность на всей оккупированной территории Украины, до самой границы, включая саму границу с Россией, чтобы избежать раздела Украины.